Всем привет, с вами Крипто Амиго, и я сегодня хотел бы разобрать очень крутой проект Модуль. Это криптоэкономическая экосистема, основанная на децентрализованной сети хранения данных. Это технология блокчейн 4.0, то есть я как понимаю, это очень круто. Вот. Сейчас у них бонус 15% на ICO, и мы видим, что сейчас у них идет паблик сейл, который закончится через 30 дней. Вы можете здесь купить токены, и вот что очень важно, как мы видим, паблик сейл закончится через 30 дней, а уже собрано почти 4 миллиона долларов. То есть это очень большая сумма, и мы видим, что софткэп у них 5 миллионов, то есть ну, за 30 дней, я думаю, они спокойно все это соберут, и все у них будет хорошо, проект запустится при любых условиях. Я здесь немножко, ну, сделал побольше масштаб, да, чтобы было видно текст, чтобы вы не напрягали свое зрение. Вот, так, и она идет вот в таком ленточном виде, как говорится. Вот, проект решает этот три основные задачи. Первый, это огромный объем памяти смартфонов, iOS и Android устройств не используется их владельцами. Ну, действительно так, у меня у самого телефон, который, ну, в котором я не все использую, там, бывает, закачиваю, но... То есть, в мире 2 миллиарда пользователей смартфонов, в среднем объем памяти 32 гигабайта, вот, и суммарно это объем в 32 экзобайт свободной памяти устройств. Ну, я не знаю, сколько это экзобайт, но я представляю, что это настолько дохрена, извиняюсь за выражение, дохрена, что просто очень много. Вот. Глобальные рынки, бизнес и правительство и инфраструктура нуждаются в огромных хранилищах данных. То есть это продолжающийся рост аудитории интернета, переход целых отраслей в сеть. То есть все у нас сейчас цифровизируется, и, как говорится, будущее, которое уже видно, мы видели в фильмах, потихоньку уже наступает нам на пятки, поэтому я считаю, что ну, действительно... Нужны объемы хранилища, все это приводит к росту спроса на надежный и удобный, но при этом недорогой способ хранения информации. И этот проект, в принципе, он может решить эту поставленную задачу очень легко и за счет своих каких-то внутренних инструментов, внутренних ресурсов. А блокчейн сегодня это централизованная и сложная технология, я согласен, но многие ее, конечно же, сейчас уже перенимают. А криптомайнинг из общедоступного превратился в монополию для фирм с огромными технологическими мощностями. Это, да, это тоже сейчас такая тема, конечно же, да. Чтобы майнить, конечно же, нужны вложения, которые окупятся не так скоро, особенно при нынешних корреляциях, коррекциях и прочих других вещей. Ввиду того, что все больше людей начинают разбираться в блокчейне и интересоваться этой технологией, рынку требуется новый справедливый алгоритм майнинга, в котором мог бы участвовать любой желающий. И до сегодняшнего дня не было единого решения этих трех задач, теперь они готовы предложить свое решение. То есть вы можете посмотреть их видосики, где они вот на различных японских... конференциях, то есть они в открытую все заявляют, то есть это реальная команда, это не скам, это реально очень крутой проект. А вот вы можете это обзоры блогеров посмотреть, у которых очень много подписчиков и которые, ну, реально смотрят и реально, думаю, могут ответить на многие вопросы. У них очень большая новостная лента, то есть работает хороший маркетинг, потому что без маркетинга, извините, никуда вы не пробьетесь. Что же такое этот модуль? Инновационная блокчейн-платформа, основанная на алгоритме POST, Proof of Space, Time and Transaction, подтверждение места времени операции. Модуль — это платформа на основе блокчейна, которая позволяет использовать в качестве хранилища, вот только вдумайтесь, для данных, свободную память мобильных устройств ее пользователей. Платформа Модуль дает возможность сдавать в аренду неиспользованные гигабайты смартфонов и мобильных устройств. Таким образом, каждый владелец такого устройства может участвовать в системе Модуль и зарабатывать. Ну, вообще, конечно же, это революционная идея, потому что
За счет нестабильности экономики, за счет многих других вещей, сейчас, конечно же, каждый хочет найти какую-то свободную гавань, какие-то найти свободную прибыль, еще какие-то новые вещи. И, конечно же, за счет вот таких моментов получается очень такие человеческие идеи, потому что, используя данную платформу, вы сможете реально как-то делать очень крутые вещи. То есть вы сможете просто зарабатывать, ничего не делать. У вас есть свободные габайты, тогда мы идем к вам. Позвольте модуль пользоваться ими, получать вознаграждение в модуль токенов. Любой желающий может присоединиться к сети модуля и сдавать в аренду свободные габайты на своем планшете, смартфоне или ПК, зарабатывая, когда другие используют это пространство. Ну, то есть, у меня лично много места. Но блокчейн-сообщество это тоже дает свои выгоды. То есть, система смарт-контрактов, справедливые условия майнинга, защищенная недорогая блокчейн-инфраструктура. Вот. То есть это для бизнеса требуются большие хранилища, да, безопасность, скорость очень большая будет. То есть медленная передача данных и долгие загрузки – это в прошлом. Вот, с помощью этого хранилища, конечно же, эти проблемы смогут решаться. То есть в целом мы видим, что проект реально очень потенциально крутой, реально можно его использовать, и мне очень нравится сама идея, когда то, что в принципе не нужно, используется с выгодой для тебя. Поэтому я считаю, что данный проект будет очень успешным. Все, всем спасибо, это была моя первая часть, я сделал две части, чтобы как-то более компактную всю информацию сделать. С вами был Криптомига, пока, Мига.